Любителям интеллектуальных видов спорта будет интересно узнать, что в кофейне номер один каждую неделю проходят шахматные турниры. На данный момент это единственная кофейня в городе, на базе которой есть такой увлекательный досуг. И поверьте, он пользуется спросом. Каким, по-вашему, может быть семейный интеллектуальный отдых? Например, это может быть игра в шахматы. Такой вид досуга предлагает мурманчанам кофейня номер один. С сентября прошлого года здесь запустили шахматные встречи для всех желающих. В субботу можно прийти в свободной игре, поиграть со своими друзьями и знакомыми. А в воскресенье мы уже проводим именно шахматные турниры. В 12:00 у нас проходят детские турниры, а в 14:30 у нас взрослые проходят. Все не так сложно, как может показаться, заверяют представители кофейни. Да и призовые. Свой фонд подстегивает интерес. Вход и участие у нас совершенно бесплатно. По воскресеньям, когда мы проводим шахматные турниры, мы разыгрываем сертификаты в сеть наших кофеен. Вот и в это воскресенье в кофейне номер один состоялся традиционный турнир по шахматам, в котором приняли участие более 20 человек. По словам главного судьи шахматной федерации Мурманска Романа Агаркова, такие турниры – хорошая возможность для шахматистов держать себя в спортивной форме и получить необходимый игровой опыт. Была борьба, что ребята бескомпромиссно боролись, старались, это радует. Когда ребенок старается, это всегда хорошо, это значит, будет результат. После таких турниров никто не уходит без ярких эмоций и новых игровых фишек. Было все очень интересно. Думать было тяжело, соперники были тяжелые. Что с этой игры запомнишь? Ну, да все, в принципе. Как побеждал, как проигрывал. Опыта, главное, что набрался. Победителем турнира стал известный в шахматных кругах Владимир Шананин. Говорит, что сам играет редко, обычно выступает в роли судьи. Призовое место стало приятным бонусом. А сам турнир получился очень хороший. Игроков, наверное, половина игроков были очень крепкие. Тяжело было с ним побороться. Чернышов Кирилл для меня стал открытием, потому что я его первый раз вообще вижу. И получилось так, что в последнем туре мы с ним играли за первое место. Головко Евгений, гость Североморска, очень плотный мальчик, да, удалось победить. И Петров Анатолий, наша местная мурманская звезда. В то время, пока шахматисты сидят за досками, их болельщики, родители, коллеги или друзья могут заказать вкусный напиток с десертом и насладиться прекрасным видом в центре нашего города. Выбор большой. У нас есть и сытная выпечка, это сэндвичи, может быть, те же самые сосиски в тесте, а также сладкая выпечка для детей, это пончики, чизкейки, печеньки разные, батончики. Очень любят у нас дети покупать шоколадки Baby Fox, очень популярные. Фирменные напитки разные, плюс еще каждый сезон мы разрабатываем новое меню. Всю подробную информацию про шахматные встречи и новости меню можно найти в группе кофейни в социальной сети ВКонтакте. Посетить филиал кофейни на Героев Североморцев 4 можно с 10 до 22, а на проспекте Ленина 48 с 8 утра до 22 часов вечера.